Итак, и что ж, всем привет, дорогие друзья и братья и сестры. В данное время с вами опять в игре Dead Space. Вот только что у нас какое-то быдло проскочило. Я опять не знаю, почему у меня все громко, очень наушника. Одну секунду. Ну вот и что ж, попробуем при таких настроечках. Тут я сюда подошел, у меня попал, ну, на меня набыдлился некромор. Вот этот вот. Только что я слутал все. Вот. И как бы. Так вот. Так, тут я сейчас мне придется взять вот это вот. Тут меня же будут будлить. Мелкашня. Да, свалите. Отвали. 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 Ну так вот надо было и с ними расправляться. We can't talk. I think they're tracking our signals. Are the memories coming back to you? They're coming back to me. The good ones. And the bad ones. The more I remember, the more my head hurts. I keep seeing the symbols. The symbols too, Isaac. And him. I keep seeing his face. Девятка. У меня три узла есть. Костюм инженера, защитный костюм. Это инженерный костюм. Но это, в принципе, мне вообще не надо. Мне вот нужны патроны вот к этому. К этому. И к плазменному рюкзаку. Так, нет, а что у меня с патронами-то обстоит, ё-моё. Так, ну да, вот для этого, для этого. Ну, для этого еще пока нормально. Ну, вот так вот как-то. Этого пока должно хватить. Пойдемте дальше. Блин, я таймер забыл поставить. Ну ладно. Сейчас поставлю. Это не очень сложно. Вот теперь я его поставлю. Так, ну только не говорите то, что там юнитологи. Ай, блин, может быть, по-моему. Hey, Dana, there's this crazy guy that keeps contacting me. I saw him back at the hospital. Nolan Strauss. He was a patient in the project, just like you. Yeah? Well, why was he there? О! What does he want? He's a psychopath, Isaac. Stay clear of him. He murdered his own wife and child. Okay, I'll be careful. Так, нет, мне нужно что-нибудь заюзать. Так, нет. Вот, по-моему, где-то была то ли на PlayStation, то ли тут ачивка срубить голову вот этого вот ублюдка. Ясно, значит, тут не было. Она была на другом месте. Так, давайте взломаем. Дерьмище. Он меня уже бесит взламывать. Быстрее еще взламывать. Очень много-много раз. Dana, I thought you were routing me to residential. This looks like a unitology recruitment center.
Am I still on track? Yes. There's an old maintenance access point in there that'll take you through the waste disposal system and into the Cassini Towers. Stay sharp. Текстовое сообщение. Так, записание скандей, объем. Ладно. Нет, я слишком рано. 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 На. Рано. Уходите. Уходи. Все, вот. Вам понравилось такое? Это. Так. Здесь что? О, да, косарка где-то. Это хорошо. О, там вот эти. Рюкзак полон. Ну ладно. Меньше для этого патрон. Нормально так. Поэтому пока что... Я не буду убирать. О, обелиск. Вот он, обелиск упал. На меня прям. На голову. Вот он. Обелиск, присядь. Ну это я. Он тут будет рассказывать, как к этим конечности. Не понимаю, что обдолбался, что ли? Что же, давай сюда прокачаемся. Три узла нет, или надо ставить узел. Кстати, с модуль надо. Прокачать. Дом. Я вам странно, сколько он уже ходит? Ни одной минуты даже не пришло. Чувствую, как кошер такие. Ай! Я сам себя мочканул. Кок.
Но аптечек-то почти не осталось. О, кстати. Ай, блин. Тут же точно, тут же вот так вот все. Нет, мне не интересно, а что вот тут, тут. О, узел. Кул. Кул. О, аптечка, кстати, опять. Рюкзак полон. Ну а что если сделаю вот так вот? Все равно рюкзак полон. Нет, это я хочу продать. Да мне нужно. Ну я тоже хочу продать. В принципе, вот ничего не нужно. Теперь-то может быть. Нет, это все равно мне не нужно. Это, видимо, застаковалось. Так, я тут правильно сейчас придется выбираться. Уходи. Ок. Так, и РБ. Ах, ты ж средняя аптечечка. Мне и так будет не хватать. Такс, тут что? Тут что? Ничего. Ну, в принципе, как всегда. Вот. Так, хорошо тут. Так, вот так вот. Бронзовый полупроводник. Ну, это, в принципе, все, что мне тут удалось собрать. Давайте пойдем обратно. Так, ну да, магазин там. Такс. Тут у нас что? Задание выполнено. Угу.
Мне это должно было напугать. Нету. Деньги. О, опять Айзек обдолбался. Давайте посмотрим, что дальше. У ребенка на тумбочке лежит косарь кредитов. Как так-то? Так, я вот там тоже не был. Да, как я говорил. А я, стоп, я тут, по-моему, с Ноланом общался. Что меня заставляет бегать кругами? Дейна, Тайман солдаты нашли меня. Они тракают меня в какой-то сорт гуншип. Ты почти здесь. Харри! Ух ты. Да, вот это вот было, конечно, не страшно, но я скажу то, что не волнительно. Давайте перезарядимся. Так, ну и что же, тогда я на этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока.